Ваши холопы неуважение проявили, и они наказаны. Позвольте напомнить, что во власти хозяина наказывать своих людей. У вас, может быть, холопы, а у меня вольные крестьяне. И я буду обходиться с ними, как считаю нужным. Я здесь хозяйка. И только моей милостью ваш дом все еще на моей земле. Ермолай. Или обратно свои земли выкупить хотите? А? Нет? Вот и хорошо. Мои люди продолжат приказ мой выполнять.